Красиво или не очень? Мэрия Новосибирска запустила опрос на сайте госуслуг. Местным властям интересно мнение жителей о новогоднем украшении города. Голосование продлится до 31 января включительно. Итоги опубликуют в виде статистики, чтобы в следующем году учесть пожелания людей. А вот кировские власти проводить подобный опрос не планируют. Достаточно высказываний горожан в соцсетях. Сообщения постоянно мониторят, объяснил глава администрации Вячеслав Симаков. Если говорить о плюсах, чаще всего жители отмечали светящиеся фигуры, панно, а также иллюминацию на зданиях и у старого моста, отметил Симаков. Замечания делали относительно горок на Театральной площади. Люди хотели повыше, кому-то не хватило праздничных украшений в принципе. Все отзывы в администрации пообещали учесть. Кстати, новогоднюю елку с Театральной площади планируют убрать до конца этой недели. А вот с остальным убранством пока решили повременить. По самому городку пока еще подождем. Пока люди ходят, гуляют, отдыхают. Поэтому где-нибудь в конце февраля по катку. Каток мы всегда убираем в последнюю очередь по погодным условиям. Пока можно будет кататься. На других территориях, парках, скверах мы это пока ничего не трогаем. Потому что люди гуляют, люди отдыхают, выходные ходят.